Малый Первомайский пляж. В теплый день, которых в этом году крайне мало, сюда приходят десятки отдыхающих, в том числе и дети. Спасатели рассказывают, раньше, до введения запрета, 60% ребят купались и загорали без родителей. Ну, сейчас вот с ужесточением немножко правил изменилось, что детей стало меньше, и которые приходят без родителей, естественно, отправляем домой, и они уходят. Как раз такая категория, которая может делать все, что угодно. А воспитание у всех детей разное. Кто-то слушается, кто-то не слушается, кто-то, наоборот, на вред делает. Вот такие вот нюансы. Сейчас стало намного проще. Хотя жара не спала, но, тем не менее, стало легче работать. На первом пляже в списке проверяющих детей-нарушителей не оказалось. Несовершеннолетние отдыхали под присмотром взрослых. А вот на большом пляже информация спасателей подтвердилась. 4 ребят, заходящих на пляж без родителей, сразу же встретила инспектор ОДН. Дети рассказали, что гуляли и решили просто ноги помочить. До 14 лет мы на речку без родителей не ходим. Это нарушение закона, потому что это опасно. Все. Это уголовный кодекс? Это административный кодекс Вологодской области. Родителям передайте. После беседы с инспектором дети сразу же покинули пляж. Двум только что искупавшимся 13-летним подросткам также пришлось объяснять, почему они одни. По словам мальчиков, родители пошли в магазин и оставили их на берегу. Они, знаем, купались. Давно ушли-то? Нет. Телефон-то есть с собой? Однако не дозвониться, не дождаться взрослых не удалось. Подростков отправили в отделение давать объяснения и ждать родителей. Дети выявляются, берутся объяснения с детей, с родителей, почему они отпустили детей. Материалы отправляются в мэрию, в комиссию по делам несовершеннолетних. Бывают предупреждения и штрафы уже в зависимости от комиссии, что дети скажут, как так получилось, что родители, то есть комиссия для этого и создана. Такие рейды инспекторы и спасатели проводят регулярно, чтобы предупредить несчастные случаи на воде. Пока практика работает. За это лето происшествий с детьми на водных объектах Череповца не зарегистрировано. Анастасия Ходкова, Егор Плеснин. Новости.